За победу на турнире «Удар в девятку» вели борьбу 23 детские команды из школы Ленинского района. И каждый из игроков рассчитывал только на первое место. Настрой на победу. Я хочу, чтобы мы победили и вышли в финал. Ну, мы в финале сейчас, чтобы у нас была победа. Все было хорошо. Я очень рад был, что мы второй матч выиграли. Турнир проводится весной и осенью уже третий год подряд. А его главная особенность в том, что каждый мальчишка, любящий футбол, имеет возможность стать его участником. Мы на этом фоне решили основать такой турнир «Удар в девятку», где каждый ребенок мог бы участвовать независимо от своего мастерства, от своего, скажем так, статуса, мог участвовать и показывать, и реализовывать себя в этом турнире. Подобные мероприятия организуются, чтобы детишки, которые там, ну, не занимаются специализированным футболом, имели возможность поиграть вот в организованный футбол. За перспективными игроками наблюдают тренеры школы спортивного резерва «Олимп», воспитанники которой также принимают участие в турнире. Здесь много детей, которые не относятся к спортшколе, у нас не занимаются. Естественно, мы как селекцию проводим, то есть мы смотрим интересных детей, мы, естественно, приглашаем заниматься в спортшколу. Юный возраст участников не мешал им во время игры создавать футбольные шедевры. Даже обычный штрафной удар мог превратиться в угрозу для ворот соперника. Мое мнение, что такие мероприятия могут быть 4 раза в год, хотя мы стараемся проводить их более мелкие и чаще. Но вот такие глобальные мероприятия мы будем проводить, я думаю, аж 4 раза в год. Один из участников турнира Александр Фролов – лидер команды своего возраста. Он занимается футболом 4 года, а до этого каждый день играл во дворе. Чемпионский кубок турнира «Удар в девятку», который он вместе с командой получил во время церемонии награждения, стал для него первым значимым трофеем. Для меня этот турнир был важен, потому что, ну, нужно было отстоять честь школы. Важность подобных турниров отметил и глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов, который поприветствовал участников соревнования. Позволяет совершенствовать навыки, которые тебе преподают каждый день, да, на тренировках. А применять ты их можешь только вот действительно в реальных условиях. Ну, что называется, так сказать, тяжело в учении, легко в бою. Команды, которые заняли первые места в своих возрастных категориях, отправятся на областные соревнования турнира «Кожаный мяч». Возможно, среди этих детей бегает новый Акинфеев, однако это покажет будущее. Арсений Рогозянский, Анастасия Горелова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ.